Всем привет! Сегодняшний обзор про ежедневные средства для защиты лица от солнца от компании Gardener's Garden, Божественный сад. Органик можно пользоваться ежедневно, и новая фирма, которую я еще не протестировала, это был критерий, по которому я выбирала. Состав хороший, все, что необходимо для защиты от солнца здесь имеется, можно пользоваться даже детям. Вот, очень милая упаковочка, SPF 30. Я покупала для того, чтобы пользоваться не только летом, но и зимой, то есть сейчас под макияж можно и так далее. Изначально, когда я видела изображение этого продукта на iHerb, мне показалось, что оно рассыпчатое. Я даже не представляла, даже сейчас кажется, что оно рассыпчатое, но на самом деле нет, оно такое густое просто. Вот, тара стеклянная с дозатором. Так, что-то совсем не хочет. Вот. О, классно, оно прям очень-очень тонко. Пахнет классно, даже не знаю чем. Вкусно пахнет. Так. В составе алоэ, сок алоэ, вода. Ой, очень много различных масел тоже. Корений. Вот. Естественно, теми защитными средствами, которые предназначены для тела и так далее, лицо не обмажешь, потому что будет оставаться белая пленка. Но, думаю, от этого средства белой пленки не должно быть. Потому что реально им написано, что можно под макияж и так далее, и у вас будет защита. Для зимы 30 SPF вполне достаточно. Вот. То есть чуть-чуть белесый какой-то оттенок есть, но это совсем-совсем чуть-чуть, и он совершенно незаметен. Пахнет вкусно. Вот. Все, буду тестировать, пробовать и использовать. На этом все. Надеюсь, обзор оказался полезным. Обязательно подписывайтесь на канал, будет еще очень много интересных видео. Этот видеообзор подготовлен специально для сайта отзывы.iHerb.ru. Всем пока!